Всем привет из Киева, столицы Украины. Сегодня у нас опыт с двумя интересными уховерками. Итак, сидит сначала одна уховерка, которая вот так интересно кружится. А вот сейчас мы посадим вот туда вторую уховерку, у которой немножко другое поведение. Та, которая кружится, мы не знаем, почему она кружится. Поэтому бросаем вторую и смотрим, как ведет себя нормальная уховерка. Нормальная быстренько убегает. А та, которая ненормальная, почему-то все время продолжает кружиться. Ловим нормальную, бросаем внутрь. Итак, выбегает, раз, и быстренько убегает. Так, ничего. Оставляем снова. Продолжаем наше движение. Итак, что будет делать обычная уховерка, которую можно легонечко сбросить? Итак, убегать, срочно убегать. При этом, конечно, она пытается защититься, когда мы берем ее в руки. Поэтому используем маленькую палочку для того, чтобы ее переселить. Итак, все-таки барьер появился. Барьер надо подумать, усик почистить, так подумать, а та, которая кружится, все равно кружится. Так, пусть усик почистили, потому что, может, немножко повредили. Так, смотрим, что там продолжается у нас. Дальше, вот они, чистят усики. А, тут смотрит, какой-то конкурент появился, что с ним делать? Проявлять на него ли какое-то внимание, активность или проигнорировать? Сейчас посмотрим. Проще всего проигнорировать и тихонечко убежать. Какое-то взаимодействие. Ага. Все равно лучше убежать уже по проверенному пути. По проверенному пути есть барьер, и потом тихонечко быстро перебегать. Но для этого сначала надо почистить усик. Усик мы видим. Вы не видите, а я сейчас вижу. Чистится усик. Так. Надо почистить усик. Это важный момент химической коммуникации. Почистили усик. Щипчики работают отлично. Усики. Так. Нижнегубными, нижнечелюстными щупиками пропустить через мандибулы щупики. И продолжать дальше движение. Видим, что крылышки сложены под надкрыльями. Не выступают, как оригами. Хорошо сложены. Так, почистить лапку, почистить усик и воспринять ситуацию. Химически и даже каким-то другим способом, который мы еще не знаем. Так, главное притаиться. Притаиться, вот лапку почистить, потому что бегаешь, и там тебя сбрасывают потом обратно. А что соседка делает? Соседка кружится. Та, которая нормально, немножко приводит себя в порядок. Проводит косметическую уборку, чистится. Сейчас думаем, что начнет свое движение. Насчет твое движение. Так. Правильно. Начинает свое движение. Выползла на бортик. На бортик, изучает бортик. Пробежаться по бортику. Опасности нет. Снова пробежаться по бортику. Снова опасности нет. Итак, удар! Убегаем. Ну тут барьер. Опа, лучше назад. Ага, встреча. Встреча по бортику. Бежим по бортику. Так, пробегаем. Барьер. Ага, а тут мы ее не пускаем. Она... Раз. Ну-ка, давай. Перебегай. Раз, перебегает. Так, снова бежит по бортику. По бортику. Видите, какая ловкая и шустрая. По любому листику может пробраться и по бортику. А вот тут другая что-то там кружится. Голова у нее уже, наверное, закружилась. А мы по бортику изучим территорию. Там, где тихонько и спокойненько можем слезть и тихонько убежать. Вот видим, что даже две уховерки, похоже, одного вида. Хотя поняли в разное время. Одна, та, которая бежит по бортику, содержалась в лаборатории. Уже привыкла к лабораторным условиям. Та, которая кружится, только что поймана, не может ничего понять. И, возможно, она как зомби себя так ведет. Скорее всего, она немножко заболела, можно предположить себе. Та убегает. Заболела. Убегает. А эта заболела. И вот, видимо, может быть, на нее напал какой-то грибок, грибковое заболевание. Микробное или вирусное. И насекомые, они тоже болеют.
И видите, вызывают такую необы, какую нервные расстройства. Нервное расстройство, бег по кругу, например, полное отключение от реальности, независимость от пищи, от соседки. А вот мы бегаем по кругу и все. Так что это, думаю, что у нас один маленький зомби, который реагирует на себя. А вот другой, который нормальный, тихонько там сидит. Вот уже прошло 4 часа с начала нашего видео о нашей замечательной уховерке, которая совершает круги и маневры в чашке Петри. Уже завечерело, искусственное освещение. Я решил приоткрыть снова контейнер. Посмотрим, как они общаются. Но вот, и смотри, смотри, проявила некоторую даже активность. Так, заходи внутрь. Пока что 3 часа при спокойном образом двигалась по кругу. Изучала территорию. А тут, вы смотрите, даже начала немножко, наверное, почуяла свежий воздух. Потому что я приоткрыл контейнер. Все равно совершает такие определенные круговые движения. Что не говори. Вот она так все время и движется. Как будто бы заведенная. Мы видим. Вроде бы и вылезти захотела. Странная, конечно, такая уховерка. По сравнению с другими насекомыми, у которых наблюдается похожее на поведение, можно сказать, что действительно какой-то случай заболевания, скорее всего. Есть такой похожий случай, например, у двукрылых, например, у мухи дрозофила. Если муха дрозофила заражена спорами гриба, то что происходит? Муха дрозофила сначала активно начинает метаться, бегать кругом, потом начинает залезать на веточки, на палочки высокие, и на высокой самой палочке она останавливается. При этом она потом выделяет капельку слюны и своим хоботком приклеивается к этой палочке. Иногда она может вылезти просто на стену или на потолок, и опять-таки приклеится своим хоботком. При этом с хоботка она не отваливается, а так и будет там находиться. Тело ее раздувается, и все оно наполнено белыми спорами гриба, которые, оказывается, не очень долгоживущие, но тем не менее им удается заразить других мух, которые к ней приближаются и пытаются с ней пообщаться. То же самое происходит, например, у муравьев, зараженных грибами в тропиках. У наших муравьев таких маловато грибов. Они становятся как зомби, тоже выползают из муравейников, лезут на растения. И гриб прорастает через тело гриба и выпускает, соответственно, споры, которые падают и заражают других уже муравьев. Но муравей полностью самоизолируется и убегает. А это вот похоже, что наша замечательная уховертка, которая явно не с поврежденными ножками, а все у нее хорошо. Уже за 3 часа ей бы плохо стало. Нет, ножки все у нее в порядке. Вот видим поражение нервной системы. Наша замечательная уховерка превратилась в зомби. Поэтому придется ее изолировать. И посмотреть, как она будет себя дальше вести. Потому что с соседкой она не общается. Соседка тут вот почувствовала, что приоткрыли чашку Петри, хочет убежать. Мы ее будем контролировать. И мы видим два совершенно разных модели поведения. Она такая изучающая с левой стороны. Видите, на бортик можно залезть. А в центре совершает круговые движения по кругу. Это зомби-уховерка. Поэтому вот такая она необычная. Даже когда я подымал земли с листика, она пыталась отползти сначала с листика, а потом снова начинала и ползти по кругу. О, вот как, смотрите, как заяц. Вылезла и проветривает. Смотрит, куда бы отсюда рвануть. Вот это нормальная, которая тут находилась все время. Чашки Петри изучает своими усиками.
Смотрите, смотрите. Сейчас немножко двинет. Убегать. Вот. Видим ее парпы на конце брюшка. Такие вот пинцетики. Головой немножко подвигала. И стоит в позе кролика или собачки. Собачка, собачка, что ты хочешь делать? Собачка хочет убежать. А наша зомби продолжает наяривать. Собачка проветривается, смотрит вправо, влево, потому что лампа светит сверху. Рассеянный свет не такой очень сильно активный. Думаю, что это максимум увеличения. Вот видим, уже максимум практически. Больше уже не получится, еще чуть-чуть. Вот так. Ну, сейчас можно тебя немножко побеспокоить. Я уже сделал пару фотографий. Так, так. Сейчас мы тебя побеспокоим. Или ты сама начнешь двигаться. В прошлый раз днем ты бегала просто по краешку чашки Петри. А здесь вот, смотрите, рассматривает. Вправо пойдешь, ничего не найдешь. Влево пойдешь, тоже ничего не найдешь. Надо подумать, куда бежать. А может быть, взлететь еще? Видите, надо поднять свои щупельки, пинцетики. Вдруг кого-то можно напугать. Опа, опа, борьба, борьба. Борьба, борьба. Посмотрите, смотрите. Заболевшая немножко очухалась. Вы смотрите, очухалась заболевшая. Так, так, так. Сбирается. Так. Наша лабораторная хаверка убежала. Мы ее контролируем. Сейчас загоним обратно. Загоним обратно. Так. Я ее посадил. Так, раз. Бегайте внутри. Пообщайтесь, пообщайтесь. Поборитесь. Покажите, как вы умеете бороться. Так, это вылезает заболевшая. Так, она так проветривается. Надоело ей ходить по кругу. Все равно, вы видите, даже она на стену и заходит, и потом опять по кругу. У нее движение такое, стена ей мешает, понимаете, круг. Совершать круговые движения. Идет по кругу, на стену, потом опять по кругу. На стену и опять по кругу. А тут уховерка наступила. Мешает. На стену и опять по кругу. Посмотрите. Так, 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 так. На стену и опять по кругу. Так, так. Сейчас мы их приблизим. Даже просто у нее чашки Петри, она абсолютно не беспомощная, а какая-то парализованная. Но мы знаем, что это наша зомби-уховерка, которая не хочет убегать никуда. Просто бегает по белому листу бумаги. Я ее изолирую в отдельную чашку Петри, с тем, чтобы она не заражала мою лабораторную уховерку. И посмотреть для сравнения, как она будет себя вести. Если уже заразилась, то они обе заболеют. Если нет, то посмотрим. Возможно, из нее кто-то выведется. Может быть, у нее есть даже какой-то наездник внутри. Скорее всего, грипп. А может быть, и наездник, кто знает, который на нее так влияет. Под влиянием этого наездника у нее такое сумасшествие и хождение по кругу. Вот видим, видим, видим. Не по кругу, а по такому эллипсу. Как раз, который помещается внутри нашей камеры, внутри видоискателя. Так что на этом, думаю, продолжим наш осмотр уховерки завтра. Как она будет себя чувствовать? Посмотрим, надо будет ей дать листочек для влаги. И ватку тоже для влаги. А другая уховерка что делает? Другая уховерка тут вот здесь спряталась и сидит. Затаилась, говорится. Лучше затаиться и тихонько себе переждать суровые условия, пока тут
солнце светит, лампочками мигают, кисточками трогают. Лучше спокойно пересидеть, спрятавшись в уголочке. Затаилась в уголке. Называется, затаилась. Так. Видим, хорошо она открыта. Уже максимум. А что другая делает? Сейчас вы увидите другую. Как они тут. Давай, давай, давай. Заходи. Ходит просто по листику. Заходи сюда. Внутрь. Видите? Вот такие у нас ухарёрги. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу поведения нашей ухарёрги. Кто-то, может быть, знает, у кого-то были похожие случаи наблюдения за насекомыми с таким хитрым и интересным поведением. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставь лайки, пиши комментарии и заходи на страницу в Patreon, чтобы поддержать проекты по энтомологии. Что такое Patreon? Дано по линку в описании. Там описание по линку на русском и английском языке. О том, как поддержать своим вкладом развитие энтомологии в Украине. До новых встреч. Пока-пока. Привет. С Киева. От ухарёрги кружлялки. Вот такое у неё кружляние. Завтра ещё, может, уже не будет кружлять. Поэтому надо сегодня записать. Пока-пока.